пост. Красный, сочный и сладкий. Сезон бахчевых в Самаре в самом разгаре. Принято считать, что у спелого арбуза сухой хвостик. Однако мнение это ошибочное. Потому что пока ягоды из бахчи дойдут до покупателя, этот отличительный знак уже в любом случае будет сухим, объясняют опытные продавцы. Созревший арбуз имеет более матовую корочку, а также яркие и четкие полосы. О спелости свидетельствует и земляное пятно. Это место, на котором плод рос. Оно должно быть ярко-желтого цвета и только одно, говорит продавец арбузов Илья Сабасов. Сладкой ягоды он торгует до поздней осени. Показываем, если кому надо, вот стучим, показываем, говорим, если не нравится, если плохой будет или какой-то, если невкусно будет, придет, и мы поменяем, вам другой дадим. У нас арбуз стоит 25 рублей, но это сегодняшняя цена, завтра она может упасть. Чем больше привоза, и, естественно, цена падает. Польза любого продукта, по словам специалистов, оценивается с точки зрения ее пищевой и энергетической ценности. Здесь важны все составляющие – количество белков, жиров, углеводов, витаминов и минеральных веществ, которые поступают в организм человека. Если оценить арбуз с этой точки зрения, то значит, получается, что арбуз является в первую очередь источником углеводов. 100 грамм продукта содержится около 8 грамм углеводов, а остальное – это вода и минеральные вещества, растворенные в ней. Питательные вещества, содержащиеся в арбузе, особенно полезны для сердца. Толк есть и в самих семенах ягоды. В них присутствует железо, а это важный компонент хорошего гемоглобина. Также арбузные косточки богаты цинком и содержат около 25% дневной нормы в 30 граммах. Специалисты советуют выкладывать арбузные косточки на противень и обжаривать в духовке 15 минут при температуре 150-170 градусов. Эксперты утверждают, что это не только полезно, но и вкусно. Мария Ильчан, Константин Головин, Максим Гусев. События.